В республике завершился этап выдвижения кандидатов на должность главы Чувашии. И начинается новый – предвыборная агитация. С момента регистрации кандидаты могут проводить предвыборные мероприятия. А с 15 августа выступать в средствах массовой информации. О других подробностях предвыборной кампании в Чувашии рассказали сегодня на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии. 13 сентября на избирательных участках Новочебоксарска и Цивильска будут использованы так называемые КАИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. По словам председателя ЦИК Александра Цветкова, доверие к таким комплексам большое. Именно КАИБы обеспечивают объективность результатов, то есть они устраняют тот пресловутый человеческий фактор. Машина, она ничего придумать не может и автоматически фиксирует все галочки. Более того, КАИБ – это не компьютер, там нет мозгов, нет жесткого диска. Соответственно, это всего лишь арифмометр, который суммирует количество галочек и все, и выдает потом результат. Еще одно отличие. В этом году в помещениях для голосования не будут использоваться системы видеонаблюдения. На оснащение нужно до 30 миллионов рублей. Слишком дорого для бюджета. Основная часть выделенных средств идет на оплату работы членов муниципальных избирательных комиссий. Кроме выборов главы, в городах и районах пройдут выборы и депутатов местных собраний. В столице республики голосование будет идти по смешанной системе. Предстоит выбирать депутатов от одномандатных округов и по единому городскому округу. Сейчас кандидаты могут вести агитацию на массовых мероприятиях, а с 15 августа уже в СМИ. Зачем мы должны следить, отслеживать? Это чтобы при этом не нарушалось законодательство, эти агитационные материалы не содержали призывов экстремистского характера, разжигающих национальную, социальную, расовую ненависть. Вот за этим следим и мы, и Роскомнадзор, и другие уполномоченные на то органы. Специалисты ожидают, что явка на предстоящих 13 сентября выборах будет большая. В сельских районах до 80%, а в городах до 60%. Александр Цветков также отметил, что на выборах главы Чувашии представлены кандидаты от всех парламентских партий. Они своей политической деятельностью в Госдуме доказали право участвовать в избирательных кампаниях в регионах. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.